Господин Гаспарян, было ли случайным, что когда было принято подобное решение, также была принята известная резолюция, произошел тот злосчастный случай в Гевархунике? Нет, ничего не бывает случайным. Я в подобные, в кавычках, случайности не верю. Это не было случайным. Это было очередной, циничной, наглой провокацией, как было и в случае с агрессией в Джижмуке, после чего был визит госпожи Пелоси. Иначе говоря, Россия напрямую угрожает Армении. Будете плохо себя вести, будет военная агрессия, будет обострение. Больше ничего не будет. Это истеричная реакция разваливающейся и подыхающей империи, находящейся в состоянии агонии. Россия уже настолько ослабла, что больше не может делать то, что делала в прошлом, по отношению к Армении и армянскому народу. И постепенно это состояние будет развиваться в пользу Армении, так как Россия доживает свои последние месяцы. Российская империя — этот фашистский, путинский режим зла —